Олег Петрович, вот примерно год назад Липецк будоражили определенные слухи, связанные с Гулевским. В данный момент сейчас в Ельце точно такие же слухи, связанные с Соковых. С Соковых все в порядке? Соковых гипсик был? Нет. А что с ним так? Ну, слух устойчивый по Ельцу, что на него заведено уголовное дело. За что? Ну вот я спрашиваю, это правда или нет? Я вам скажу откровенно, дорогие друзья, скажу вам откровенно. Даже если бы кто хотел на Соковых завести уголовное дело, он бы этого не смог. Это один из честнейших людей современности. Кстати, он страдает поэтому, как управленец. Он с совестью, у него велосипед на балконе висит. Как ему предприниматель говорит, ты сам не воруешь, жена не даешь. Захочешь завести на него, не заведешь. Нет, хотели, чтобы показать отчетность, что у нас борьба сейчас с чем-то ведется, может быть, не целевое использование средств, на футбольную команду, может быть, что-то. А так, Соковых, это тот честнейший человек, которому сами ельчане именно говорят вот так, ни сам не воруешь, ни там не даешь. А слухи, это то, что власть не должна собирать. Вы должны, у вас работа такая, а я не могу, не имею права. Надоело? Нет, еще вопросы есть, коллеги? Нет.